И тут меня вдруг обожгло озарение. Для каждого есть своя должность, но и для кого нет такой, которую он бы мог сам выбрать, описать и исполнять, как ему вздумается. Неверно желать новых богов, совершенно неверно желать что-то дать миру. Никакой обязанности не существует для пробудившихся людей, кроме одной — искать себя, укрепляться внутри себя, нащупывать свой собственный путь вперед, куда бы он ни привел. Это глубоко потрясло меня, и таков был для меня итог пережитого. Прежде я часто играл с образами будущего, мечтал о ролях, которые могли быть уготованы мне, поэта, может быть, пророка, мага или кого-нибудь еще. Все это был вздор. Я не для того пришел в мир, чтобы сочинять стихи, чтобы проповедовать, чтобы писать картины. Ни я, ни кто-либо другой не приходил в мир для этого. Все получилось лишь попутно. Истинное призвание каждого состоит только в одном — прийти к самому себе, кем бы он под конец ни стал — поэтом, безумцем или пророком. Это не его дело, и в конечном счете истинное призвание каждого состоит только в одном — прийти к самому себе, кем бы он под конец ни стал. Его дело найти собственную, а не любую судьбу, и отдаться ей внутренне, безраздельно, непоколебимо. Все прочее — это половинчатость, это попытка улизнуть, это уход назад в идеалы толпы, это приспособленчество, страх перед собственной сутью во всей своей ужасности и священности. Вставала передо мной эта новая картина, о которой я не раз догадывался, которую, может быть, часто уже облекал в слова, но которую действительно увидел только теперь. Я — это бросок природы, бросок в неизвестность, может быть, в новое, может быть, в никуда. И сделать этот бросок из бездны действенным, почувствовать в себе его волю, и полностью претворить ее в собственную. Только в этом мое призвание. Только в этом.